Ну, ты совсем удар не держишь. Хэнк? Где ты взял мой номер? Нашел. Извини, что пришлось тебе вмазать. Но с тобой ведь нормально не поговоришь, пока ты не успокоишься. Успокоился? Когда я тебя найду, я тебя... Перезвоню через полчаса. Нет, подожди, я... Покой! Точно? А то все бегаешь за мной, орешь, фигачишь, чем не попадя. Я хочу покончить с Августиной, но мне нужна твоя помощь. На это я подписываюсь. Супер. Тогда... Погоди. Тут Дэс чего-то оживился. Случилось что-то. Сейчас узнаю и перезвоню. Реджи, это я. Делсин. Слава богу, куда ты провалился? Я искал Хэнка. Он хочет вместе с нами бороться против Августины. Что? Нет, брат, это неудачная идея. Знаешь что, брат? Ты слишком подозрителен. Ага, а ты слишком доверчив. Будь осторожен и не дай себя обмануть. Параноик. А ты лопух. Эй, Хэнк. Слушай, я тут подумал. Когда ты гнался за мной по крышам, ну там вертолеты и все такое. Да, ну да, слушай, извини. Не, я хотел сказать. Ты вроде навтыкался делать эти мои фокусы с дымом. Ну да, а теперь хочу научиться еще одному. Ты сбежал из башни. Ну как тебе удалось пробраться через баррикады под током? На крыше трансформатора, который нужно вырубить. Но это тебе нифига не поможет. Там все забронировано, а охраняет все это дело добрая половина Деза. Да, но если мы будем действовать вместе... Слушай, моя специальность сбегать, а не прятаться. У нас обоих свои причины ненавидеть Августину. У нее есть то, что нам нужно. Но мы должны действовать не на ее, а на наших условиях. Надо выманить ее из этого замка сюда, где у нас есть шансы. И что предлагаешь? Помнишь ребят, которые были со мной в фургоне? Про Ниру и Юджина? Наверно. В общем, Дез их сцапал. Что? Прямо сейчас. Вот из-за чего весь сыр-бор. Наверное, она решила так компенсировать мой побег. Отправляет их на бетонную платформу, которую Дез построил между двух островов. И чего хочешь, спасти их? Я вот что придумал. Доберемся до острова, освободим тех двоих и немножко пошумим. Августина мигом туда примчится. А против нас четырех у нее нет шансов. Напротив той платформы есть пирс. Встретимся там после заката. До встречи. Реджи, Юджин и Проныра... Я знаю, знаю. У нас с Хэнком есть план. Штурмуем остров, выносим всех охранников Деза, а потом... Делсин, я подумал, уже слишком много людей погибло. Нормальных людей. Нормальных? Редж, давай уже без этого, а? И я не хочу смотреть, как ты убиваешь еще. Ради спасения пары биотеррористов. Реджи... Я же коп. Я должен такое предотвращать. Позвони мне, когда все будет кончено, и мы поедем домой. И еще. Этот Хэнк... Не доверяй ему. Редж, ты что тут делаешь? Смотри, вон там люди. Им нужна помощь. Не биотеррористам, не проводникам. Людям. Ну, спасибо. И спасибо, что ты здесь со мной. Зачем нам тут коп? Это мой брат, ясно? Мы с ним вместе, ну?
Какие мысли? Я тут прикинул. Лучше зайти со стороны причала. Там не заметят. Вы включите свой этот... дар. Спасибо. Отвлечете их дымовым шоу. А я пока на лодке проберусь внутрь. Почему ты идешь первым? Потому что я коп. И могу реквизировать лодку официально. Ты сопрешь лодку. Я тебя посажу. Он не шутит, да. Но тогда до скорого, да? Да, до скорого. Поосторожнее. Короче, пойдем туда, наведем шороху, а Августина сама прибежит. Давай, я знаю, как можно пробраться на остров. И что это было? Я видел, как Августина тебя убила. Ты видел только, как она меня поймала. Это не то. Короче, пойдем туда, наведем шороху, а Августина сама прибежит. Давай, я знаю, как можно пробраться на остров. И что это было? Я видел, как Августина тебя убила. Ты видел только, как она меня поймала. Это не то. Зря ты копа притащил. О, зря. Забавно. Про тебя он говорил так же. Короче, пойдем туда, наведем шороху. Августина сама прибежит. Давай, я знаю, как можно пробраться на остров. И что это было? Я видел, как Августина тебя убила. Ты видел только, как она меня поймала. Это не то. Зря ты коп. Идешь или как? Забавно. Про тебя он говорил так же. Все, пришли. Сиганем туда и попадем прямо к этой курве на остров. Это точно? Эй, в этой башне я такого насмотрелся. И еще. У них там есть этот дрон, от которого получаешь способности. Откуда ты знаешь? А круто взять новую способность, а потом уж оттоптаться на Августине. Идем. Короче, пойдем туда, наведем шороху. Августина сама прибежит. Давай, я знаю, как можно пробраться. Идешь или как? И что это было? Я видел, как Августина тебя убила. Ты видел только, как она меня поймала. Это не то. Зря ты копа притащил. Ох, зря. Забавно. Про тебя он говорил так же. Короче, пойдем туда, наведем шороху. Августина сама прибежит. Давай, я знаю, как можно пробраться на остров. И что это было? Я видел, как Августина тебя убила. Ты видел только, как она меня поймала. Это не то. Зря ты копа притащил. Ох, зря. Забавно. Идешь. Про тебя он говорил так же. Короче, пойдем туда, наведем шороху. Августина сама прибежит. Давай, я знаю, как можно пробраться на остров. И что это было? Я видел, как Августина тебя убила. Ты видел только, как она меня поймала. Это не то. Зря ты копа притащил. Ох, зря. Забавно. Все, пришли. Сиганем туда и попадем прямо к этой курве на остров. Это точно? Эй, в этой башне я такого насмотрелся. И еще. У них там есть этот дрон, от которого получаешь способности. Откуда ты знаешь? А круто взять новую способность, а потом уж оттоптаться на Августине. Идем. В общем, план такой. Жахнем по несущим опорам. Они застремаются, пошлют бойцов на разведку. Мы их уложим, а там уже Августина сама к нам прибежит.
Только надо быстро. Тут прочный бетон. Тут уже надо вместе Что я говорил? Прости, что не доверял тебе. Так тебе. А ведь мы сломаем эти штуки. Побереги силы, пацан! Нечего было ко мне лезть! Это тебе за Кирдан Кейс, сволочь! Вам для начала! Будешь знать, что такое первый уровень! Oh!
Вместе мы крутые, чувак. Если уж валить Августина, так вместе. Готов попробовать новую силу? Послушай, а как ты... Идем! Она вот-вот будет здесь! Иди сюда, посмотрим, что это за сила! Что, вдруг перестал мне доверять? Не знаю, тут что-то не так. Позвоню-ка я Реджи. Хэнк! О, Хэнк, ты не подвел меня. Я все сделал, теперь твоя очередь. Ах ты, сволочь, я тебе верил! А ты не верь уголовникам. Мы вроде нашли твой размер, но... Примерь все-таки. Ничего. Вот мой брат про это узнает. Он тогда... Он тогда что? Ты чуть не убил меня! А каково мне там было с ангелами? Ну, вставай! Иди, сниму с тебя наручники! Сюда! Я прикрою! Редж, она еще жива! И сейчас вернется! А из-за дурацкого бетона у меня отключились все способности! Что случилось? Ловушка! Хэнк преподнес нас Августине на блюдечке! Я так и знал. Я же говорил! Не понимаю, зачем ему это было надо? Да он же подонок! Чего еще от него ждать? Пусть у тебя и суперспособности, но послушать родного брата не помешало бы. Скорее, она может вернуться в любую секунду. Черт! Вы все помешались на этих пушках! Надо торопиться. Так с Августиной биться нельзя. Так, забирайся! Пытаюсь! Какого хрена? На прицеле! Гранаты кончились. Да. Придется по старинке. В смысле? Клади руки сюда. Не дергайся. Вот и все. Я знал, что ему нельзя доверять. Ладно, ладно, ты был прав. Признаю, что зря я тебя не послушал. Ага. Ну, раз уж мы здесь, давай спасем этих двоих людей. Как ты нас вытащишь? Зараза! Берегись! Все, хватит!
трогай моего брата, сука! Господи! Реджи! Черт! Ну, Реджи! Зараза! Элси! Элси! Слушай, отпусти меня! Нет, я тебя вытащу! Отпускай, я смогу, или я смогу. Мы оба сдохнем! Брат, я так тобой горжусь. Всегда гордился. Нет, Реджи, не надо! Люблю тебя! Виноват!
За что? Thank you.
ты пытала мой народ! Это Курт Уайт. Я веду свой репортаж с места, где прошел ожесточенный бой между войсками ДЭС и небольшой группой биотеррористов. Сейчас вы видите, как огромное здание, построенное ДЭС, тонет в ледяных водах залива Пьюджет Саунд. Очевидцы утверждают, что выжила только глава ДЭС Августина Брук. Видели, как она направлялась к бетонной башне, которая стала штаб-квартирой ДЭС почти 2 недели назад. Пока, к сожалению, все наши попытки связаться с мисс Брук не привели к успеху. Мы будем держать вас в курсе. К нам непрерывно поступает сообщение о митингах, на которых сторонники ДЭС требуют любой ценой подавить мятеж биотеррористов в Сиэтле. Это были новости в прямом эфире с Куртом Уайтом. Редж, прости. Ты прав. Ты говорил, что Хэнку нельзя верить. Но я не слушал. Но я клянусь. Этот ублюдок мне заплатит. Где Хэнк Тотри? Он в сговоре с Августиной! Где он? Где Хэнк Тотри? Он в сговоре с Августиной! Где он?
Говори, где Тотри? Хоть одного оставить. Ну, я знаю, что он жив. Надо найти его. Стоп-стоп, он же мне звонил. Он у меня должен быть во входящих. Зачем этот Дес явился за Хэнком? Что там вообще происходит? Палят из всех стволов. Ха, как будто война. Боже, это все Хэнк? Хэнк, ты тут? Я тебя не боюсь! Вы ошиблись, биотеррористов. Надо опять отследить сигнал. А с чего ты взял, что мы выпустим такую?
опасно того, кто найдет этого гадюка. Что вы хотели? Вы же обещали! Я? Когда Августина узнает, что вы меня кинули? Мисс Августина! Он должен быть где-то здесь. И, как всегда, на крыше. Земле его точно нет. Значит, он на крыше. Не может быть. Он где-то рядом. Надо еще раз поискать. Видать, я и без вас могу легко обойтись. Но ты... Он идет к пристани. На суше уже места нет. Видимо, скоро мы с ним встретимся. Я не знал, богом клянусь! Ты не знал? Ты все подстроил! Она сказала, что просто хочет поговорить с тобой! И ты ей поверил, да? Она садистка, каких поискать!
Но она еще ни одного проводника не убила! Мой брат был бы сейчас жив, если бы не ты! У нее была моя дочь. Я наконец доберусь до тебя, Августина. Итак, час пробил. Жители Сиэтла, пора забрать наш дом у тех, кто хочет его разрушить. Биотеррористам нет места в нашем городе. Их необходимо изолировать, упрятать подальше от нормальных, порядочных граждан. Ради всеобщего блага. Пусть поторопится, а то больше не останется нормальных людей, которых нужно от меня защищать. Нужно добраться до Августины. Мне надо в башню. Граждане Сиэтла, мне стало известно, что на город снова напал биотеррорист Делсон Роу. В результате его деяний уже сотни верных солдат департамента и невинных жителей Сиэтла лишились жизни. И это ты называешь разгулом террора? Ха-ха, да я пока только разминаюсь! Она права! Это наш город! Вернем его себе! Августина защищает нас от верных биотеррористов!
Добрый народ Сиэтла, заклинаю вас, положите конец кровавой резне, которую устроил в городе Делсинброу. Он перебил уже не одну сотню раз. Может, среди них были ваши соседи, ваши родные? Делсинброу лишил жизни бесчетное число моих храбрейших бойцов, солдат департамента единой защиты. Они отдали за вас жизнь! Пусть эта жертва будет не напрасной! Делсинброу нужно найти и покарать! Любой ценой! Хочешь их спасти, Августина? Тебе нужно правосудие? Сначала придется остановить меня. И, кстати, желаю удачи! Так, трансформатор должен быть на крыше дома напротив башни. Если отключишь ограду, назад пути не будет. Так какой у тебя план? Возьмешь ее живьем, чтобы весь мир узнал? Или просто отомстишь за Реджи? Сдохни, сука. Ток вырубаем, в башню попадаем. Ладно, это уже что-то. Даже если остальное все еще включено. Вы, гады, повсюду! Нифига себе! Привет! Я нашла кучу трупов, подумала о тебе и пошла по следу. Ты не против? Рад меня видеть. Да я бы справился. Ага, кому ты заливаешь? Составишь мне компанию?
Шутишь? Посмотреть, как плечом к плечу сражаются два моих любимца? Ни за что не откажусь. Ага, новые дымовухи. Трамплин готов. Только бы получилось, только бы получилось. Да они просто лохи. Давай что-нибудь посерьезнее. Это пригодится. Теперь впереди пойдешь ты. Со спины ты красивее. Ранира, ты меня спасаешь. Ранира! Самое время мне помочь! Просите, и вам воздастся!
Юджин! Однако умеешь ты уравнять шансы! Хорошо иметь влиятельных друзей! Сила гнева моих демонов! Давай не выражайся, Юджин! О, думаешь, это тебя спасет? Похоже, тут нужен другой трюк.
Похоже, вся крыша бронирована. Сейчас лучом попробую. Разрезать сможешь? Да! Если вы с ангелочком, меня прикроете. Не бойтесь, я вас прикрываю! Браныра, как там? Не торопи меня, Ди, я этого не люблю. Еще немного. Есть, действуй, Ди. Заходи внутрь и хватай Августину, а мы с Юджином тебя прикроем. Иди и положи конец правлению Августины, а мы с тобой тебя прикроем. Ну? Добрался без происшествий? Я знаю, что ты сделала. Подстроила аварию с Хэнком. Выставила Юджина и Проныру монстрами, чтобы запугать горожан. А потом героически всех спасти. Я просто защищала проводников. Защищала? Ты хватала их. Сажала в клетки. Ты их использовала. Да, Абигейл и Юджину пришлось стать монстрами, потому что иначе охотники на монстров остались бы не у дел. Боишься за свою работу? Это причина? Ты чуть не сорвал мне всю операцию. Но в итоге, как раз ты, дорогой, мне и поможешь. Снаружи толпа. Им нужна твоя смерть. А теперь люди увидят, как я лично избавляю их от самого опасного за 7 лет биотеррориста. Я обеспечу дезфинансирование еще лет на 20. Как я рада, что ты подвернулся. Не спеши. О, нет. Думаешь убить меня? Да, ты угадала.
Хочешь мою силу? Будь по-твоему. Семь лет назад мое подразделение отправили спасать людей от нового врага. Проводников. Людей, чью силу никто не понимал. Они умели убивать. А еще делать других такими же, как они. Я подобрала одну девочку. Она шла следом за мной, пока я пробиралась назад к батальону. Вместе мы прошли через погруженный в анархию город, где все хотели нас убить за то, кем мы стали. Обычные люди превратились в линчевателей. Их приводила в ужас мысль о том, что среди них могут быть проводники. Мы никого не трогали. Но они видели в нас чудовищ. А когда в город вошли военные, те увидели в нас лишь угрозу. Я была проводником, была солдатом, но я не могла быть и тем, и другим. И я приняла решение. Это был единственный выход. Сдав живым первого проводника, я завоевала доверие властей. И это было только начало. Они дали средства на создание ДЭС. Они думали, что мы мутанты, которые ловят других мутантов. Но они не видели главного. Я хотела спасти как можно больше проводников. Если моим собратьям осуждено было выжить, то только за стенами Гердангей. Семь лет. Я берегла их. Я никому не дам погубить свой труд. Ни правительству. Ни армии. Ни тебе. Семь лет ты просто держала их в заперти. Ты отняла у них свободу. Скажи, что бы ты сделал? Распахнул бы для них двери Кердангей? Выпустил бы всех? Да, да, именно так. Мир за семь лет ничуть не изменился. А у меня безопасно. Они живы. Выпустишь, они и недели не протянут. Так скажи мне, кто из нас спаситель, а кто монстр? Ты добился своего. Молодец. Теперь у нас у обоих есть эта сила. Вот только нюанс. Я семь лет училась ей управлять. Юджин! На помощь! Ничего не могу сделать! Мне нужен осколок! Ладно, Делс! Сейчас поищу их! Держи! Найти еще! Thank you.
Не понадобится.
Говорят, это больно. Августина хотела завоевать Сиэтл. Сея страх, панику и хаос, чтобы выставить себя героиней. Но ее планы были вскоре разрушены монстрами, ей же созданными. Пронырой, Юджином и мной. 2 недели Сиэтл был под властью Августины. Пришло наше время. Нас никому не остановить. Да, а те сотни проводников, засаженных Августиной в тюрьму Кирдан-Кей, я пожму руку каждому из них на выходе. Столько разных способностей собраны в одном месте. Я буду как ребенок в кондитерской. Но вначале мне нужно выполнить одно обещание. Эй, Акамиши! Ваш герой вернулся! Вот она где. Эй, что такое, что? Я же пришел вас спасать. По телевизору показали все. Я видела. Все, Делсин. Ладно, слушайте. Я видела, как ты убил десятки невинных людей.
А что мне было делать, а? Мне нужно было во что бы то ни стало вернуться к вам, чтобы спасти всех вас. Мы Агамиши. Мы своих не бросаем так. Эй, осторожно. Ты опозорил наш народ. Ты опозорил наших предков. И ты опозорил память своего брата. Ты не Акамиш больше. Вы и все остальные, вы все умрете без меня. Вы что, забыли об этом? Мы не забыли. И никогда не забудем. Но